Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Creeper World. Мы с вами остановились на том, что зачистили две планеты, ближайшие к звезде, а именно Сидет и Ормос, и у нас открылась планетка Флик. Но при этом у нас еще осталась в первом ряду планетка Джоджо, которую мы, наверное, сначала пройдем, а потом уже перейдем на Флик. Посему, поехали. Вжух, давай, перелетик. Такс, вот она Джоджо. Джоджо. Что мы с тобой будем... Стоп. Началось. Так, это что за дичь? Take artifact, please beam around your base to defend against spore attack. Ооо, вот она проблема. На нас будут лететь споры. На нас будут лететь споры с криперами, и нам нужно с вами ставить лазерные установки. Только где они? А, вот она, BeamTech, да? Да, Beam Technology Artifact. Должны ее ставить, и с помощью нее будем якобы тащить. Но тут нужно подумать. Тут нужно действительно подумать. Мы можем, конечно, в самый зад отставить базы, тем самым это нам даст там плюс-минус 3 секунды на то, чтобы поставить эти Beam Technology. Но в то же время, если мы поставим здесь сверху базу, то мы будем 100% здесь сколько? Здесь 9, здесь 3. Да, мы будем почти 100% уверены, что до нас обычная крепота не доберется. Она, кстати, тоже активно развивается и на месте не стоит, если что. Вот, но при этом у нас еще есть 3 майна, с помощью которых мы сможем... наладить производство активное выброса крепоты нашей. Крепоты с нашей стороны, вот. И тем самым поставим ее, допустим, здесь и здесь. И защитим себя от криперов. Я просто не знаю, насколько быстро вот эта дрянь будет развиваться. К сожалению, этой информации у меня нет. Ну ладно, мы попробуем, если что, переиграем. Нам не тяжело. Нам не тяжело. Так, где? Орбитальная станция ставим сюда. Сразу давайте скорость троечку. Подконнекчиваем ее к лазерам. Раз, два. И, естественно, мы должны коллекторы дотянуть непосредственно к майнам. Естественно, должны дотянуть к майнам. Почему именно к майнам? Потому что с помощью именно майнов мы сможем создавать свою крепоту, которая нам поможет. Надеюсь. Очень сильно на это надеюсь. Так, раз, два, три. Давайте вот здесь вокруг обведем, чтобы побольше было станций. Ну, поехали. Вжух, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. А крепота-то быстрее развивается, чем я думал. Так, сколько эти уже развились? 12%, серьезно? Я еще даже пукнуть не успел. Капец, это будет больно, скорее всего. Давайте сначала поставим бимчик, надеюсь, он нас один спасет. Я не знаю, куда они будут просто метить, куда они будут лететь. Хорошо, давайте один бимчик, он тем более дешевый относительно. Он относительно дешевый. Давайте вот сюда протянем, вот сюда поставим. Стоп, нет, не это я хотел сделать. Дестройчик, так, где у нас бимчик? Бимчик ставим вот сюда тогда. Надо было еще вот дальше, вот сюда, чтобы поставить могли. И вот сюда нам нужно бимчик поставить. Тогда мы, в принципе, будем со всех сторон защищены. Так, ты ставишься сюда, ставишься сюда, ставишься сюда. Поехали. Не знаю, как нам с энергией вот это все дело разрулить, но мы постараемся. Давайте быстренько там все коллекторы поставьте. First Beam! Ей, мы получили ачивочку. Так, бим есть, но защиты у нас от крипоты самой-то нет, поэтому... как бы, да? Нам нужно вот сюда подсоединить. Нам там еще... О, боже, нам много строить придется. Очень много. Очень-очень много, я бы даже сказал. Так, сначала нам нужен релей. Релейчик, который будет идти от нашей базы и непосредственно к... Да ладно, не говори, что он не дотягивается. Твою мать, ладно. Давайте вот так. Вот так. Так, и вот сюда. Все, с этими соединились. И теперь, конечно же, нам нужно поставить майны, которые тоже должны очень быстро передавать свой ресурс к нашим спрейерам. Давайте майн сюда, майн сюда, майн сюда. И от них, естественно, должны тоже идти релеи. Так, давай, максимально дотянем. Это максимум? Серьезно? Ладно, я вас понял. Так, стоп, здесь дотягивается все. Вот это лишнее уже. Вот здесь дотягивается, все замечательно. И от тебя тоже вот сюда. Воп. Теперь надеемся, что это все очень быстро построить. Сколько там процентов? 3-4%. Так, тебя я даже... Ладно, ты сейчас еще строиться будешь. Сеть перенагружена просто в кашу. Просто в кашу, серьезно. Столько построек в один момент. Так, все, разгрузочка по чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой, крипота приближается. Крипота приближается. Так, давайте. Майны быстренько отстройте. Все, майны пошли работать. Загрузка спрейеров. Спрейеры готовы, стоп. Ты, дорогуша, перелетаешь вот сюда на самый край. Ты, дорогуша, давай достройся. Перелетаешь вот сюда на самый край. Поехали.
Гати, 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 удерживай. Молодец. Ну, в принципе, с изначальной задачей мы как бы справились. Как бы справились, теперь нам нужен терраформер. Я вот прям... Хотя здесь высота... А, да, здесь вода, высота имеет роль. 4 единицы. Давайте сделаем терраформер, полностью закроемся. А, где у нас структур терпик? Давай, терпик 1, терпик 2. Терраформер делаем в одну полосу. Здесь этот парень будет работать. Так, в одну полосу до 7, да, выходит? 7 уровень, да. Заводим вот так, раз коннект. И два коннект. Здесь почти та же история, только можно немножко ближе. Вот так раз, и вот так два. Поехали. Быстро, быстро, быстро. Терраформеры сколько у нас? 5 плюсом, отлично. Давайте тогда еще с вами с коллекторами здесь разберемся окончательно. Так, раз, два, три. Через полосы довольно неудобно, кстати, эти коллекторы ставить. Но это лучше, чем все-таки ставить их вручную. Особенно на таких огромных больших территориях. Вот это, я понимаю, музыка воинственная, мать его. Так, давай быстренько вот сюда проставили, вот сюда проставили, вот сюда проставили. Сейчас куча энергии на это все уйдет, но зато буст какой мы получим. Сочный. Сочный, вкусный буст. Так, и вот здесь тоже обставьте. Поехали. Все, система в ноль. Система просто в нолик ушла. Так, давайте, 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 давайте. Это все во благо энергии. 9, 10, 11 энергии. Во, во. Вот это рост коллекторов. Парень, почему ты не стреляешь? А, он относительно далеко находится. Давай мы тебя вытянем прямо на поле боя. К тебе все равно будет дотягиваться этот. Все, замечательно. Они удерживают. Это основная их задача. Удерживать. Так, с энергией мы разобрались, поэтому... Так, ребятки начали стены застраивать. Ты перемещайся вот сюда. Застрой там все до конца. Так, этот сейчас добахает. Добахал, переноси сюда. Давай, все, стеной ограждаемся, и нам плевать, что... А, что, кстати, эти где? Оу, заряжается спора, заряжается, заряжается. Так, спора... Плейлот 50. Окей. И где она? А, это типа 50 секунд, это они строились, а теперь загружаются. Все, я понял. Тогда мы можем еще несколько бимчиков поставить. Можем еще несколько бимчиков поставить. Допустим, здесь и вот здесь. Давайте быстренько. Раскидали ресурс. Так, терраформер, застраивай. Спокойненько застраивай, тебя никто не торопит. Все у тебя хорошо. Все у тебя хорошо. Этот парень справляется, это тоже вроде бы как справляется. Мы тебя даже можем вообще переставить. Сейчас я только здесь коллектор еще наставлю. Так, раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот так, давайте все быстренько. Жук-жук-жук-жук-жук. Так, полетели. Бимчики, бимчики. Фу, справляется, отлично. Слушайте, я думал, это будет гораздо печальнее. Я думал, этот расклад у нас гораздо печальнее будет происходить. Хорошо, поехали, реакторы. Раз, два реакторы. Дальше нам нужно оружие. Оружие у нас самое топовое. Мы вообще можем самолетики поюзать. Я не знаю, мы самолетиками вот эту хрень уничтожим. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Самолетики у нас, допустим, будут стоять здесь. Раз, два, три, четыре. Сейчас, оп, сеть просядет. Не просела? Ого. Ого. Тогда сразу мортирующую ставьте. Раз на то пошло. Раз сеть не проседает у нас, значит, ставьте еще. Нужно больше. Так, вот здесь только второй уровень подходит. Наверное, мы здесь поставим еще один с вами спрейер. Чисто так. На всяк пожарный. Вообще, здесь будет стоять мортира. Давайте, наверное, лучше сразу мортиру сюда влепим. Она им здесь всем наваляет и не даст пройти. Так, полетели еще уродцы. А, не полетели, они только через минуту будут. Вообще шикарно. Так, вот здесь накладывание слоев идет тоже некрасивое. Очень некрасивое. Вот прям не нравится оно мне здесь. Так, где наши релеи? Давайте лучше релей подтянем. Релей вот сюда. Так, и сюда, естественно, мортиру ставим. Мортира с этим ужасом разберется быстро. Так, самолетики. Давайте по два. По два, по два, по два. Так, вы двое. Вот это теребите. Вы двое. Вот это теребите. Сейчас постараемся самим создать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь уже лезет. Быстрее, быстрее ставьте. Нет, мы их уничтожить не можем, я понял. Я понял, давай уничтожай. Есть, все, вовремя. Потому что здесь уже начал налазить крепота. Это было неприятно. Так, лазеры справляются, лазеры справляются. Здесь мы тоже должны подтянуть тогда мортиры. Раз на то пошло, давай релейчик. Релейчик сюда. Вот сюда мортиру мы, наверное, рядом поставим, чтобы она там во время стройки не загнулась. Да, они только крепоту убирают. Раз вы крепоту убираете, тогда... Так, где? Вот, вот,
Вот, вы вдвоем вот это штудируете. Вы вдвоем вот это штудируете. И нужно еще двоих тогда поставить. А, так, стрейферы, давай, раз. До вас, поехали. Так, релей там готовы, этот готово. Первое удержание есть. Все, вы можете передвигаться сюда, гражданин Мартира. Давайте, вы там обстрел делаете. Самолетики почти два готовы. Готовы. Вы направляетесь вот сюда. Все, сейчас будем немножечко замедлять рост криперов. Воу, нормально, лазеры у нас стоят. Так, сейчас они вылетят. А, не через... Блин, я все время забываю, что предупреждение, оно заранее идет. Так, все, мортира тащит. Если что, мы по чуть-чуть мортиру продвигать будем. Так. Энергии у нас овер до хрена. И мы этим должны с вами обязательно воспользоваться. Сейчас мы ее еще больше сделаем, естественно. Наладим, так сказать, производство. Так, и вот здесь протяните, и вот здесь. Давай, жух, хоп, сеть перегрузилась. В один миг просто. Просто в один миг, плюс 16. Плюс 16, теперь мы можем делать то, что мы делали раньше. То есть подставляем везде кеноны, чтобы они помогали разгребать все говно, которое идет вот прям в упор. И вот здесь кенон, пожалуйста. Вжух, вжух, вжух. Отлично, у нас пересечение этих радиусов у лазеров есть. Это замечательно. Это просто супер гуд. Так, этот защищает. Тебя мы можем даже, в принципе... Сейчас я только здесь подготовлю релей. Мы тебя можем выдвигать вперед. Выдвигайся. Аккуратно только, аккуратно, аккуратно. Так, 53 секунды есть. Здесь ту же самую ситуацию повторяем. Выдвигаем релей. И тебя выдвигаем под релей. Другое дело. Давайте. Зачищаем. Так, что мы здесь с вами можем сделать? Мы здесь по стороне тогда пойдем. Пойдем по стороне и просто их зажмем, да и все. И не будет у нас никаких проблем тосов, надеюсь. Так, здесь дополнительные ништячки. Релей выставляем аж наверх. Так, ты подконнектируешься аж сюда. Ты становишься тоже под низ. Пу! Все, в самое ядро почти бьем. Да, я забываю, что здесь тоже надо лазеры ставить. Мы же подвигаемся, они могут нас определить как цель. Вот это я позабыл, да, согласен. Согласен, это я подтупил немножко. Так, здесь лазер есть. Давайте вот здесь еще разместим. И вот здесь. Все, просто чтобы фул защита была, чтобы мы даже не задумывались о том, что нам предстоит что-то там адски месить. Так, здесь опять продвинулись немножко. Ставим релей. Давайте вот сюда его поставим. Нам этого должно хватить. Я бы здесь несколько мортир поставил на самом деле. Давайте, наверное, на базе захреначим сейчас мортиру быстренько. Давай, жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух. Собираем мортирку, эту пока что выдвигаем ближе к ядру. Так, сейчас вылетит из сидичи. Она будет реально сейчас на нас посыпаться вот сюда, и все. И нам кердец. Нам будет кердец. Стоп, а нулифайр дотягивается? А, твою... Нет, дотягивается, слушайте. Терраформер у нас есть же, да? Да, у нас терраформер есть. А ну лети сюда, дорогуша. Сейчас мы прокрутим дельце грязное. Так, ты становишься вот сюда. Тебе нужно зачистить вот эту часть. Давай, зачищай, чтобы наш терраформер мог с этим справиться. Так, одна единица, 7 поинтов. А, сейчас еще раз соразмерим. Нулифайр. Вот здесь он может стать, да? То есть квадратом. Берем квадрат. Вот сюда, если не ошибаюсь. Вот так сделаем запасиком. Давай, в общем, тебе зону расчищают. Твоя задача просто там справиться. Нет, на нас не летит, отлично. Они нас как цель чисто игнорируют, мне кажется. Это ли не прелесть? Давай, 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 давай. Оп, есть. Все, поехали. Первого сейчас не будет, парнишки. А мне интересно, вот этих ребят мы тоже должны уничтожать нулифайрами? Вот это мне надпись не нравится, одна спора. То есть в будущем они будут не по одной выпускать. Окей, хорошо. Я усек. Усек как мог. Все. Этот поделили на нолик. Здесь нам сеть бы как раз продолжить не помешало бы. Так, здесь нас давить уже не будут, поэтому ты, дорогуша, смещайся сюда. Здесь нас давить уже точно не будут. Нечему просто. Так, вы зря тут летаете, кстати, да? Так, это вы которые, подождите. Вы вот эти двое. Че-че-че-че-че-че-че. Нет, я не это хотел сделать. Твою мать. Раз, два. Вы летите вот здесь бомбить. Погнали. Так, молодцы. Спрей убрали. Молодцы, молодцы, молодцы. Все, теперь нужно думать, как нам сместить их по Шурику. Для этого нам нужно что? Нам нужно здесь коллекторы выставить для начала. Чтоб, собственно, наладить всю сеть. Так, коллекторы есть. Все, закидываем сюда. Проводим сюда релей. Где у нас релей? Вот релейчик.
Давай, вот сюда. И мы должны теперь всю нашу эту мегаструктуру снести ближе к вот этой части. Ну, конечно, на 0 поделить надо вот этого парня. В идеале. Так, хорошо. Мортира, смещаешься вот сюда. Пукалка, смещаешься вот сюда. Сейчас я тебе коллектор здесь еще поставлю. Соединительный. Так, дальше. Терраформер пока что летит вот сюда на базу. Мортира номер 2 летит сюда. Так, что-то мне не нравится, как вы здесь коряво это все построили. Ну, ладно. Так, зачищай, а то коллектор заберут. Отвечаю, заберут коллектор. Зачищай, давай. Там спрейер справляется, да? Давайте мы его сместим еще ближе. Так, спрейер справляется, эти справляются. Здесь мы что с вами можем поставить? Нулифайр, по-моему. Нулифайр здесь дотянется. Е, детка, дотянется. Отлично. Отлично, нулифайр, подключаем к тебе коллектор. Поехали. Убираем противные эти споры, мать их. Тихо. Вот это было близко. Вот это было близко. У меня здесь лазеров нет. Там уже пахло нехорошо. Пахло жареным. Так, вы тогда сейчас сместитесь. Давайте здесь коллектор, здесь коллектор. Здесь коллектор. И тебя ставим тогда сюда в упор. Мортирки подводим тоже в упор. Тихо. А, не влезет, мразь. Ладно, пока сюда стань. Давайте, быстро. Давай, нулифайрчик. Yes! Минусовали, отлично. Спор у нас одни уже не волнуют. Одни спорки нас уже не волнуют. Так, ты становись вот сюда. Так, дорогуша, мы про тебя забыли, да? Ты здесь у нас такой одинокий волк. Про тебя мы забыли. Давай вот это все подсоединим. Верните сеть. Так, споры сейчас вылетят. Be careful. Вот сейчас вот эта спора может нам всю жизнь испортить, на самом деле. На самом-то деле. Так, энергии у нас достаточно, этого у нас достаточно. Что из оружия мы можем поставить? Мне интересно, если сюда стрейфер поставить? Вот чисто интереса ради, серьезно. Чисто интереса ради. Он будет быстрее летать, мощнее гасить, что с ним произойдет после апчика. Так, давайте, здесь все, остатки остались. Давайте сейчас здесь проведем зачистку фуловую. Так, вот сюда еще поставим. Тихо. Вот сюда и вот сюда, вот. Так, ты, дорогуша, сместись сюда, разреши там ситуацию. Так, нормально. Самолетик, а ну-ка, пролетись вот здесь. Я хочу видеть, что ты себя будешь представлять. А, он типа в два дула режет. Я понял. Хорошо, тогда выставляем тебе вот такую зону. Нет, ты не понял. Вот именно ты. Твоя зона вот такая вот. Давай, простреливай именно основную массу. Би-би-би-би-би-би-би. Да, он просто в два дула начинает месить. То есть, в принципе, все то же самое, только в два дула. Окей, будем знать. Будем знать, что мы еще статичное можем поставить. Статичное. Лазер можем поставить, да? Что, до хрена бить будет? До хрена, но он нам здесь не нужен, абсолютно. Он нам здесь не нужен, поэтому мы по стариночке лепим сюда реактор. Подконнекчиваем всю эту красотенюшку, доводим сюда. Тич, вот сюда. Так, там коннект будет? Будет. Все, ребятки, вы сейчас будете смещаться тогда. Здесь мы закрываем вот этот спрейер. Шпунь, шпунь. Мы даже к нему можем не придвигаться, да, по-моему? Мы просто здесь можем нулифайр влепить, да и все. Класс, тактика галактика. Так, ты, дорогуша, вперед. Давай, пи-би-би-би-би-би, зачищай. Так, нулифайр уже строится. Замечательно. Здесь мы тогда просто продолжаем сеть. Так, где у нас релей встал? Вот у нас релей. Вот сюда релей. Так, вы, дорогуши, вот сюда залетайте. Врывайтесь просто. Где этот пукальщик? Пукальщика сюда. Все, давайте, разбирайтесь. Разбирайте эту дичь. Так, нулифайр заряжается, спрей мимо. Ха-ха, вот дурачок, не, чтоб спору кинуть прямо нам под ноги. Ладно, это его уже проблема, это уже не наш. Так, сюда мы случаем нулифайр влепить не можем? Можем, лол. Ха-ха-ха. Читы, читы просто. Просто читы. Так, ты сместись сюда. Здесь зона поопаснее, мне кажется, будет. Давай, тоже зачищай. Вообще, стань на постоянное включение, да и все. Чем будем с тобой замрать? О, пошел. Давай мы тебе сейчас еще братишку потянем. Братишку можем поставить вот сюда. И тоже на постоянное включение. Так, тихо, стоп. Always on, поехал. Распространяйся вовсю. Все, мы их сейчас задавим. Мы их сейчас задавим, при том, что даже без особого напряга. Сейчас вот здесь зачистку только проведите. Зачисточка, если вот здесь будет сделана, то мы здесь просто протянем и опять вырубим вот эту дичь. Я здесь даже заранее проекты поставлю, наверное. Чё уж мне. Нет, здесь проект не годится.
Так, ты, дорогуша, сместись вот сюда. Так, летит еще один. Брррр, спилили, молодцы. Здесь продолжай свою дичь. Давай, 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 мы сюда еще релей подтянем. Так, вы тоже смещайтесь, кстати, не филоньте. Мы здесь должны вообще забрать ключ, если что. Я напомню, что наша основная задача — забирать ключи. Может, кто забыл, к примеру, я, да? Так, сюда и вот сюда. Быстренько вы перелетаете. Раз, до вас Террис. Поехали, здесь, естественно, реактор. Стоп, мимо. Скосорылил немножечко. Все хорошо. Так, дорогуша, где? Да, вот здесь мы должны корректоры протянуть. Раз, до вас. Давайте, быстро, 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 быстро. Так, ты, дорогуша, смещайся вот сюда. Давай, давай, а то сейчас коллектор нам уничтожат бичи. Не, все нормально. Все под контролем. Все, с двух сторон просто задавили, серьезно. Здесь сейчас еще коллектору наставим хреновую тучу. Вот таким вот образом. Жух, 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 жух. Коллекторы заражают. Сколько энергии? 34 единицы, мать моя женщина. Так, тебе, я забыл, да, здесь продлить тебе линию. Ты смещаешься по факту аж сюда, в самый упор. Сейчас мы тупо задавим линию. Так, где наши все самолетики? Все самолетики. Стоп, это перемещение лазеров. Лазер нам перемещать не надо. Долбите вот эту территорию. Пи-пи-пи-пи-пиу, пи-пи-пи-пи-пиу. Все, что он там не генерирует, его это вообще никак не спасет. Как бы не пытался, так, споры мимо. Спорами, я не знаю, они, по-моему, прям к командному центру летят, это нелогично. Это дико нелогично, серьезно. И мы можем сейчас тупо два нулифайра с вами запустить и все. И тем самым организовать им кердык. Раз нулифайр, два нулифайр. Поехали. Сейчас я только здесь еще на всяк пожарный протяну быструю релейную сеть. Вот таким вот образом. Так, что там запортачилось? Вот здесь запортачилось, да? Вот, все. Давайте, быстрая релейная сеть сейчас допустит вместо вот этого круга огромного. По прямой сразу будет гасить. И первый заряжается, второй заряжается, понеслась. А это споры выпускает, падла. Раз, два. Все, это был изичный-изич на самом деле. Кентаджис получили эту ачивку. Не знаю, с чем она связана. Но ладно, получили Кентаджис, замечательно. Так, continue with zone, да. И теперь нам остался флик, и после флика мы уже получим допуск к типлексу. Ой-ой-ой, что-то мне типлекс не нравится. Разделенное пополам, что-то у нас уже было такое похожее. Ладно, надеюсь, затащим. Ну что ж, ребятки, спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.